В рамках проекта «Баллардан Балларга» состоялась презентация электронной аудиокниги поэта Музафара Алимбаева для незрячих и слабовидящих людей. В презентации приняли участие воспитанники специальной школы-интерната. Главной целью является адаптация учеников с нарушением зрения к социуму, к формированию культуры речи и к выразительному чтению. Таким образом, мы хотим повысить их духовное богатство и увеличить словарный запас, отметили организаторы. В аудиокнигу были добавлены произведения казахских поэтов и писателей. Она очень удобна в использовании для людей с особыми потребностями. В выпуске данной книги приняли участие и ученики школы номер 10 имени Сагадата Нурмагомбетова, таким образом проявив свои таланты. В настоящее время детям не хватает доброты и любви. Нашей целью является заинтересовать детей, читать книги и изучать литературу. Таким образом, реализуя новые проекты для незрячих и слабовидящих граждан, их жизнь становится более интересной и насыщенной. Марика Абдирова, Галымжан Есенбаев, Айкын Акпарат.